Всем привет! С наступающим Новым годом! Сегодня 30 декабря, и для меня это день косяка. То есть я сегодня фигачу, только шуба заворачивается. Занимаюсь сегодня очередным приспособлением для запрессовки сальника. Опять маленечко другая геометрия и новое приспособление. И первое, что я вкосячил, это при растачивании вот этой тарелки. Просандалил внутренний диаметр на миллиметр. Ну, короче, там в цифрах запутался. Сегодня спина болит, рука отваливается, башка не соображает. Понял это уже тогда, когда надо было в чистовую растачивать. Но и мерю, и глазам своим не верю. Пошел к Дмитриевичу, ну и такой вот вариант. Второй косяк, такой нормальный косяк, при нарезании резьбы М20 шаг полтора резцом. Но почему-то подумал, что удержит. 4-миллиметровая заточка не удержала. Видели, как кувыркнулась, поправил все забои, резьбу нарезал. Резьба М20 шаг полтора. Ее, в принципе, можно было бы, конечно, плашка нарезать, но плашкам с некоторых пор у меня недоверие, что может либо в перекос, либо порвать. Поэтому стараюсь резцом резать. При вырывании детали сломал одну позицию у пластины с фиксированным шагом полтора. Ну, хорошая пластина, в принципе, сейчас нарезал, резьба чистая получилась. Но в конечном итоге закончил, блин, с такими косяками, с такими проблемами. Перед этим дубль был, стал рассказывать, понял, что говорю, и не подключил микрофон. Заново сейчас, короче, все, сегодня вообще жесть полная. Но в итоге все получилось. Сейчас, если что, мужики, если будут прессовать, то попрошусь, чтобы снять процесс запрессовки. Хотя, в принципе, они одинаковые. Но вот так вот это будет. И еще 3 болта. Ну, вот так вот у меня сегодня неловко, неудачно. Ну, а вам желаю, чтобы год встретили хорошо. Я, конечно, постараюсь, чтобы завершить этот год в кругу семьи, чтобы все было замечательно, с хорошим настроением перешагнуть этот вот рубеж. Пока буду дома, маленечко надо будет спиной заняться по поводу руки. Ну, а то, что голова перестала соображать, тут надо просто маленечко перестать думать о работе. Ну, вам всем хорошего Нового года, хорошего праздника, хорошего настроения. Берегите печень. Ну, и встретимся уже 3 января, мы уже все на работу выходим. Наверное, встретимся, потому что если не будет никакой интересной работы, то и, в принципе, что там снимать. А так, еще раз всем хорошего настроения. Ну, а мне завершение вот этого года сложного, под конец косячного года. Все, всем пока. We'll be right back.
Короче, я вкосячился. Внутренний диаметр просандалил на миллиметр. Но бывает, тут нет. Сейчас ходил, разговаривал с Дмитричем, наш инженер-конструктор. Короче, этот диаметр, он сопрягается с наружным диаметром фланца, то есть центрируется, не дает сместиться. И Дмитрич говорит, что в принципе размер этот, в общем-то, больше никак и не работает. Можно к Межгану пойти, и он продольные сделает швы. И я их обработаю в тот размер, который он должен быть. И тогда именно центровка относительно фланца, который прикрутится к торцу коленвала, будет соблюдена. Ну, косяк. Косяк, бывает такое. Конец года, конец месяца, конец квартала. Все, ладно, пошел к Межгану. Ну все, Межган наплавил. Вот что получилось.